великая, даль бескрайняя, за околицей и в судьбе. Я тебе земля. Внимание, страшные морозы, бедная Европа. А если это навсегда, приезжайте к нам на Колыму. Ну, в данном случае имею в виду широкое понятие. Приезжайте в Сибирь. Дело вот что. Дальше немножко мы опять про Краснодарский край, где это сам лапшу вешали и Путину, и Медведеву. Вот. И те делали вид, что все замечательно. И эти делали вид. Те обещали, что будет это, как оно, импортозамещение. Ну, поищите их продукцию. Вон, у нас все магазины завалены. Яблоки, груши. Это же не экзотика, яблоки, груши. Это же давно свои пора иметь. Так вот, бедная Европа, если навсегда. В этом году я чего жду? Цены на продукцию импортную поднимутся. То, что к нам привозят со всего мира. Потому что эти страшные морозы, это страшные морозы. Уже урожай точно пропустят. Вот. Массовая гибель везде будет. И всюду. Последнее сообщение опять про бедный несчастный Краснодарский край. Вот. Это тихий ужас. А если это навсегда, я просто, пользуясь случаем, советую всем. Если вы достаточно состоятельны, если вы относитесь к людям обстоятельно, пожалуйста, покупайте клочок земли в Сибири. Пусть старый дом, чтобы недорого было. Вот. Вполне возможно, что из Европы начнется массовая миграция. До сих пор все мои прогнозы сбывались. Почему? Там, где будут морозы, там, где будет неурожай, там закончится все. Продукты закончатся, а и вырасти можно будет только то, что вырастет на своем участке. Вот. А там ничего расти не будет, потому что идет изменение климата. Вот. Просто осознать все. Я пересмотрел весь интернет, каждую страну. Это бедствие невиданное никогда. Чтобы он как будто сломался, как будто спусковой крючок. И все. Везде морозы, везде снегом завалено. Вот. И впереди такое может случиться, что это только нам вот это вот покажется, кто пережил там 30-40 градусов мороза. Это пока это цветочки будут. Имейте в виду, Сибирь самое тихое место на планете. Почему? Размеры материка гигантские. И только здесь, ближе к центру, можно климат, который не будет иметь тех самых крайностей. Не затопит цунами. Вот. А много нам обещают всего. Вот. Свой клочок земли. Купили, пусть стоит. Соседям отдали, пусть пользуются.